Всем привет, с вами Нью и Зетсу, вы на канале Фрикаделька, а это у нас игра Вичвуд. Или Вайчвуд. Ну, Вичвуд. Вичвуд, Вайчвуд. В общем, игра 2022 года, не сильно старая, не сильно новая, но интересная графика, вроде бы короткая. Ну и просто. Это такая спокойная игра. В отличие, скажем так, там не... Никакого экшена там не будет, в отличие от лоботомии и всяких этих товарищей, где надо хардкорно думать. Это просто игра на расслабление, мне кажется, по большей части должна быть. Но музыка уже располагает, на самом деле. Да. Смотрим. Не думаю, что она колоссальное количество людей привлечет. Давным-давно в старом домишке жила странная ведьмочка. Большую часть своего времени она проводила в своем странном садочке и отдыхала в причудливом кресле. Но в этот день ее сон прервал странный шум. Козел. Давай ты козла изображать. На. Я не умею. Окей, все. Бэ-бэ. То здесь? Встать. Господи, он сам себя изображает. Господи, что-то громко-то. Нормально. Громко бегает козел. Нормально. Давай эффектами. Ай, вот это было громко. Вот так вот надо эффект как-то. Это музыка, как музыка отдельно все играет. О. Допустим. О. Угу. Вот она. Нормально. Короче, кому-то забираются домой котики, знаешь. Дьявольское отродье, как ты посмел вырвать даму из объятий сна? Как, зачем она с котлом на башке ходит? А, котло. Засмотри, кого-то сережечки есть. Это котел. Просто котел, вот ножки. Вот эти ручки. А какая это, да, это милота. Я не знаю, для чего. Прелесть просто. Слушай, а выглядит прикольно. Но это оригинальная идея. Бэ-бэ. Я не знаю даже, как его озвучить. Кыш-кыш! Вон из моего дома тупое животное. От тебя один беспорядок. Быстрым пинком под зад ты выпроваживаешь козла за дверь. Вот за что так с козлом. Ну, вот так вот. Из чего тут такой бардак? Я ведь только вчера подметала. Начнем с главного. Мой старый гримуар должен быть где-то здесь. Так, гримуары это красиво обычно. Так, где гримуар? Так, ну здесь, наверное. Ага, нашелся. Странно. Он явно легче, чем был. В твоем гримуаре записаны все возможные рецепты. Ты можешь открыть его в любое время, нажав H. 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 Типа гримуар. Живительная припарка. Пёстрая травяная паста избавит от боли и страданий и восстанавливает сердце. Мухомор и какая-то херня. Ага. Клевер какой-то. Ладно. Все мои рецепты пропали. Чёртово животное сживало все страницы. Ну вот. А, он пришел пожевать. Где моя поясная сумка? Мне нужно прихватить с собой пару вещей до встречи с этим животным. Наверное, в сундуке оставила. Окейшки. Я, конечно, подозреваю, что она должна не таким голосом разговаривать. Плетеный пояс. Простой плетеный пояс и все, что нужное под рукой. А зачем? Каштан. Колючая оболочка обладает стимулирующим эффектом измельчить и употребить. Толк будет, даже если просто наступить. Я предлагаю... Жесткие камушовая веревка. Жесткие растительные волокна сплетены в грубую веревку. Лоза и щейка. И тут прямо плющ пробьется в самых даже невероятных. Да, плющ сильная херня. Ну это да. Я предлагаю музыку сделать потише. Ну давай. Потому что она прям глушит эти. Ох, моя бедная спина, сколько я проспала. Добрая порция лекарств успокоит мои ноющие кости, а потом можно и на улицу выйти. О, как скажешь. Ну хоть рецепт живительной припарки остался. Ладно, я понял тебя. А что, она помнить его? Надо, видимо, не помнить разве? Ничего. Все, они же не зря все записывают. Зачем тебе графика, тебе музыка графика. Нужна. Аудио. Да, музыку, отдельно музыку сделай потише. Ой, ну тут 60 оставим пока. Да, ставь 60. Давай здесь 30 сделаем. Да, а то она прям глушит очень сильно. Супер. Так, ведьмин гриб. Ведьмин гриб. У нее прям грибы растут дома. Нет, она это просто это держит, она лесная трава. А-а-а. А он еще лесная трава. А что, прикольно, когда у тебя дома растут грибы. Надо еще убавить. Да, вот нормально, 10%, мне кажется, сама она. О. Так, ну чё? H. Живительная припарка. Создать. F. Так, окей, чё дальше? Используй живительную припарку, чтобы вылечиться. А, правой кнопкой мыши.
Вот, глотнуло немножко. Ну все, вот полегчало. Все, вроде бы немножко полегчало. Подожди, там что-то есть. Ух ты, блин. Тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип. Наружу. Графика, мне прям нравится такая графика. Я люблю игры в таком, стилистике. Ты выходишь на болотные просторы и тут же ударяешься большим пальцем на ноге торчащую корягу. Ай! Ну вот так приляжешь на минутку, а весь двор уже сорняками порос. Где-то вдалеке за ежевичными кустами ты слышишь шум. Куда подевался этот раскосый баран? Он мог бы сделать доброе дело и сживать пару сорняков. Баран-то он козел. Нажми тап, чтобы открыть карту и хорошенько осмотреться. Тап. Ну я, конечно, хорошенько... А он и козел. Окей. Она его, понимаешь, она его чувствует. Ё-моё. И правду, слушай, тут все поросло, все заросло. Ну тут ты знаешь, ты же не видел, как раньше было. Ну тут все равно как-то заросло. Хотя, может, хотя ведьмы, наверное, живут в таких местах. Ну да. А что такое? Ведьмы и Шрек. Ножницы в помощь. У меня нет ножниц с тобой в помощь, они шли. Окей. Типа надо подстригать камыши. Ну, видимо, да. Ладно, что такое? Лоза ищейка. Лоза ищейка. Еще лоза ищейка. О, собирательство началось. А, кстати, эта игра так и написана, как собирательство. Да? Чисто ходить и лутать? Заутываться, так сказать. А, кстати, козел-то недалеко был. А вон и козел, кстати. Разыщи козла в своем саду. Прикольный сад, я хочу такой же. Так, что хочешь? Содержательно. Это все, что ты можешь сказать в свое оправдание? Козел выкашивает отвратительный клочок волос. Вот и все. Эй, привет. Привет, теперь меня слышно? А, прошу прощения, давно я не пользовался смертным сосудами. Гадость, у меня грязь во рту. Тьфу. Ты умеешь говорить? Разумеется, умею. Твой мозг совсем зарос паутиной, что ты забыла старого друга, ранишь в самое сердце, мадам. Рад, что ты, наконец, проснулась, а то я уже начинал сомневаться. Проснешься это ли ты когда-нибудь, хотя течение времени в этих краях довольно странное. В общем, я пришел забрать причитающееся. Ты добыла все, о чем договаривались? Добыла? Ты о чем? О боже, если ты действительно ничего не помнишь, то нам необходимо вновь обговорить детали контракта, так? Там. Козел кивает в сторону древнего неприступного прохода из камня. И каким образом я пройду сквозь камень? Ты сама запечатала проход. Посмотри внимательно и все поймешь. Используй ведьмин взор G на объектах и существах, чтобы выявить их слабости. G! Каменный столб. Необычайно большой столб, усыпанный зачарованными письменами. Рассеивающий порошок, говорит, надо. Рецепт усвоен. Не стоит недооценивать свои органы чувств, моя дорогая. Может, ты и стара, но, видимо, куда больше остальных. Скрытые слабости спрятаны ото всех. А, теперь вижу. Корявенькие руны, выгравированные на поверхности камня, но они еле видны. Щепотка рассеивающего порошка должна помочь. Если бы ты не перекусил моей книгой, мне бы не пришлось переписывать все свои рецепты. Я не несу ответственность за какие-либо потери и прочие неудобства. Всему виной вынужденная одержимость. Если это предметы животных, ты можешь выучить новые рецепты для крафта, а потом найти их в гримуаре. Ладно. Эйч. Опа-на, рассеивающий порошок. Чтобы создать, нужен один грибок, один лоза и один каштан. У меня, кстати, есть. Давай сделаем. Опачки. Mm-hmm. Так, и чё? Типа, применить. Вот так? Хренак! И чё? Ты распыляешь пригоршню сверкающего порошка на руны. Глифы наполняются холодным голубым светом, образовывая проход. Ты щуришься, пытаясь разобрать буквы, но видишь незнакомые руны. Что это за чепуха? Выглядит так, будто их писала обезумевшая от страха курица. Напоминает язык теней. Давай переведу. Козел подходит ближе и замирает. Ну и? Что там написано? Козел трясет мохнатой головой. Темная жесткая шерсть закрывает его маленькие глазки. Я не вижу. Подстриги ему это все. Невероятно. И какой от тебя ждать помощь? А я не помогать пришел.
а кое-что забрать. И сделаю уже что-нибудь с этой мочалкой на моей голове. Господи. Ладно, ладно. Вроде в саду были старые ржавые ножницы для стрижки. Старые ржавые для стрижки. Старые ржавые, нормально. Начинаем заниматься грумингом козла, да? Подожди, ножницы... А вот здесь, что ли, в сундуке? Ну, может быть. И вправду. И веревочка, и ножницы тут даже есть. Ну-ка, подожди, там... а ножницы мне нужны были вот здесь? Вот, давай посмотрим, что... Подожди, G. Ножницы. Обычная болотная трава, известная своим... Вау, камни в лозах. Ну-ка, подожди, давай пострелем. А, веревки тут получается, когда режешь. Камышевая веревка. Она сразу сплетает камыши в веревки. Магия просто какая-то, ну. Но она же ведьма. Действительно. А, подожди, а если я вот тут... А, ну ладно. Ну ладно. Не хочет. Дайте морду, блин, обладаю. О! О боже! Не обращай внимания на активное сопротивление, ты срезаешь грязный клок волос. Ухо козла царапает ножницы, он сам виноват. Ну, блин. О, так гораздо лучше. Боже, ты всегда была такой внушительной дамой, или меня память подводит? Следи за языком, или я его подрежу. Теперь ты можешь прочесть руны. Да. Угу. Под рыхлой землей она спит одна. Знаком наведанным отдана. Неведанным. Неведанным. Огонь четырех, камень вмиг растопя, пылающей чашей ведьму зовя. Ведьму? Кто призывает ведьмы? Какие такие знаки мне нужно жечь? Может, стоит внимательно присмотреться к этим чашам? Ну, давай присмотримся. Собачья шерсть, голубое перо, лягушачья слизь, блестящий камень. Допустим. Собачья шерсть, перо птицы, слизь лягушки и блестящий камень. Ты ведь ничего из этого не проглотил, пока я спала. Вряд ли, но... Можешь покопаться во внутренностях этой животинки, если хочешь. Но, к твоему сведению, за этим болотцем есть целый мир. Видишь ворота? Вон те, в прелестном зеленом пламени. Козел кивает на другой конец двора. Думаю, эта энергичная прогулка по лесу пойдет на благо твоим старым суставам. Заодно настроение поднимешь. Пойдем, козел. Собери ингредиенты, чтобы зажечь чашу и расчистить путь к лесу. А, типа, мне надо собачью шерсть и еще какую-то ерунду, да? Ну, видимо, да. Так, ну допустим. А, во тьму. Твои ножницы легко режут и срывают лозу. Во тьму. Ну пойдем ну, во тьму. Ну давай пойдем во тьму, конечно. Голубое перо, собачья шерсть, лист лягушки, сверкающий камень. Ты продираешься сквозь лозу и внезапно чувствуешь под ногами холодное каменное покрытие. Создается ощущение, что время здесь течет назад, а может наоборот ускоряется и бежит вперед? Гнетущая звездная пустота простирается за пределы твоего взора. Здесь тихо и спокойно, однако теплый осенний ветерок и щебетание птиц привлекают твое внимание. Дверной проем. Какой дверной проем? Видимо, вот этот... О! А, это разные локации? Вот что такое. Рождит цвет. А что он делает? Если бросить его на землю, вернет он к домашнему. А-а-а. Ну ладно, допустим. Ладно. Опачки. Угощи. А вон гримуар, инвентарь, ведьмин взор. Слева. Да, вижу. Рождит цвет. Так, а что такое? В лес. А, у него три сердечка. А что, здесь можно сердечки терять? Видимо, жизнь есть. Опачки, мне где-то тут надо найти голубое перо, собачью шерсть, лягушки и сверкающий камень, но я нашел пока только палку. Окей. Ну, наверное, палка мне тоже нужна, оживительная припарочка будем делать. Знать бы еще для чего мне, что надо. Смотри, джи. Как красиво джи. Сделано, мне нравится. Топор дровосека нужен. Топор расколет. Ичка. Ты кто? Женщина так быстро поворачивается на своих каблуках, что чуть не врезается тебе своей подзорной трубой. А, вы меня напугали. Разве не видите, что я провожу научное исследование? Исследование? Что вы пытаетесь обнаружить этой штуковиной? Как что? Знаменитого лесного жаворонка с хохолком цвета индиго. Говорят, что они обитают исключительно в этих лесах. Вам не доводилось их видеть, а он не у нее на голове сидит случайно? Мне кажется, ты смотришь на маленькую синюю птичку, которая устроилась прямо на шляпе женщины. Нет, не доводилось, простите. Жаль, ну никогда не поздно открыть другому глаза на красоты природы. Никогда не знаешь, какие открытия ждут нас за углом.
Она указывает на ближайшее лесное существо, которое набивает щеки семенами. Вот возьмем, к примеру, белку. Понаблюдай за ней немного и узнаешь все о ее поведении. Наблюдение – ключ к знаниям. А теперь прошу меня простить, я не хочу пропустить новые волнующие открытия. Синяя птичка провожает тебя взглядом, а после гадит прямо на край шляпки женщины. Да, глупая вот жизнь. Вот это, короче, тролль 80 уровня. Капкан надо. Капкан. Необычайно энергичный для таких спокойных мест зверек. Пугливая птичка, любит зернышки. Маленькая гибкая палочка. А можно с тобой еще поговорить? Почему ты наблюдаешь за мной? Наблюдай за птицами. Я не хочу за ними наблюдать. Чего мне за ними наблюдать? Вот ой, что ты начинаешь? Вот ты как раз любитель наблюдать за птицами. Что я с ними сделаю-то с птицами? Вот что я с ней сделаю? Она убегает от меня. Ну, наблюдай за ней. Наблюдать за ней. Тебе же сказали наблюдать, а не ловить. Ладно, понял. Тап. Ё-моё. Хера себе там. Да там на самом деле не так много. Судя по тому, где находился козел, то тут как бы довольно компактная карта. Ладно, пойдем. Чуть-чуть отдает Думстервам. Белка, белка. Лесная трава. Тут нужен простой капкан. Какая-то у нас странная белка на самом деле. Я не успела ее разглядеть, если честно. Что делаешь? О, челик. Что делаешь? О, мадам! Мадама. А, давай. О, мадама, а что у тебя за крутой вонючий горшок на голове? Прованец. Могу задать встречный вопрос. Что это за кучка вонючих лягушек у тебя в штанах? А ты просто завидуешь. Мальчик пытается одновременно усмирить своих лягушек и поймать сбегающих светлячков паршивеньким сачком. Безрезультатно. Взял на себя больше, чем можешь осилить. Чего ты вообще пытаешься добиться, так размахивая руками? Совсем балда. Мои лягушки жрать хотят. Я им светлячков на обед ловлю. В штанах? Он выделывает очередной дикий пируэт, но окончательно упускает цель. Почему бы тебе не передать мне несколько лягушек на время? Тогда сможешь управиться с этой своей сеткой. А? Я понял. Ты хочешь отобрать мою прелесть. Как тебе такой расклад? Я отдаю тебе сачок, а ты ловишь мне светлячков. Ну давай. И может тогда я подумаю обменять одну из моих лягушек. О. Мальчик размахивает сачком прямо перед твоим лицом. Ну давай, ладно. Так, иди сюда. Ой, это же этот, Тинкербелл. Динь-динь. Иди сюда, говорю. Вот так, хорошо. А сколько фея, фея, иди сюда. Сколько надо? Фея, фея поймал. Ты фею поймал? Ты поймал Тинкербелл? Да, а что мне? Я всех ловлю. Я ведьма злая, походу. Ведьмин грипп, это что такое? У неё... Гордись, я тебя... Чё? А тебе нечем его рубить. Топор дровосека. Прикольно. Я не понял. Как с ней? Профессор Садзони бы оценил. Да, профессор Садзони. О, ведьмин грипп. Ну, в принципе, я собрал светлячков. Ну же, эти попрыгунчики сбегут, если их не покормить. Чем быстрее ты поймаешь этих светлячков, тем быстрее мы поедем. Ну в смысле, лягушки поедят. Понятно. На, 5 светлячков, на. Мальчишка трясет банку с насекомыми, словно копилку с монетками. О, эти сочные братцы сегодня попируют. Так что ты там насчет сделки? Ты согласился обменять одного из своих питомцев? Ха-ха-ха, какая сделка, я такого не помню. Лягушка выскальзывает из комбинезона мальчишки и падает к его ногам с влажным плюхом. Черт! Ох, что этот скользкий пит. Он делает неуклюжую попытку схватить земноводное, но юркое существо выскальзывает из рук и прыгает в кусты. Да блин, ну и ладно, он все равно мне никогда не нравился. Если сможешь поймать, он твой. Понятно. Скользкий пит! Давай! Опа! Ура! Лягушачьи слизь. А, все, мы добыли один из них. А, все чудно, да. Я хочу этот гриб, он прекрасен. Хочешь еще? Лови, сама их лови нахер. Ладно. Ты куда пошел-то? Блин, что с тобой делать-то? Да нужен тебе топор, че. Ладно, где мне топор зайти? Ну, видимо, дальше где-то появится. Тут тоже топор. Да, белка, как будто у нее вместо хвоста листик. Ну, прикольно. Мне нравится. Че? Лесная трава? А. Что это, каштан? Еще каштаны, еще палки.
Опа, дровосек. О! А как у меня топор стоит? А мне топор не хочет отдавать, мне кажется. Ну, наверняка нет. Я могу выкупать немного угля. В смысле, лопатка нужна. Лопатка, ну. Ой. А зачем им немного угля-то? А, вот. Вот ты! Не поможешь? С чем? У тебя вроде и так все налажено, а пни никуда не убегут. Мой сын лентяй должен был мне помочь, но снова сбежал. Скорее всего, донимает лягушек или ест жуков. Вообще страдает ерундой. Мне нужно избавиться от бревен. Осень на исходе, дерево уже начало гнить. Остерегайся лиловых грибов, которые иногда прорастают внутри. Если вдохнуть их в споры, начнет клонить в сон. Как бы мне не прельщали ядовитые грибы, но лесоруб из меня никудышный. Ерунда! Испытать радость от рубки дров дано каждому. Держи, мой сынишка точно не будет скучать по своему топору. Ну давай чё. Всё настолько просто. Давай. Я не против. Давай рубанем. Нихера ты проламываешь. Да, я думаю, он готов позавидовать такому удару. Просто ба. Офигеть. Вот эта женщина, конечно, проламывает тут. Жесть. Подожди, там надо пойти дерево, этот гриб рубануть. Пойдем ловить гриб. А что гриб рубануть вон тут? Грибочек. О, зеленая трава. Я же собирал тут. Лесная трава. Гриб забвения, каштан. Всякой шляпу собираешь. Вы опять здесь? А где они должны? А? Лови грибок! Я сейчас поймаю. Так, топор. Опачки! Корень подменыша. Что такое корень подменыша? Знал бы я бы сказал. Но я... А подожди, ты заглядывай в гримуар-то. Да, а гримуар-то ничего там... А капкан можно делать. О! Чтоб капкан, мне надо чего это? Куча пал... А, мне надо палки связать вместе, чтобы вот делать капкан. Ну-ка, подожди, создать. Типа 5 создам. И капкан создам. Получается тогда 5. О, пойдем птичку ловить. Неплохо пойдет. Дело идет. Идет дело-то. Подожди, инвентарь как открыть? Джей. Что такое? В каждом желуде скрывается дупа, здесь нечто большее. Ты что, ковид? Мелкое насекомое, изучающее свечение. Что такое? Почти невидимо, но пальчики щекочет. Интересно. Грибочек со складным запахом, от него клонит в сон. Скользкая сеть, кто выделяет влажное земнолонное. Блин, так, так столько всего здесь. Подожди, капкан. Опачки. Ты что, порубил белку? Охренеть, кусок мяса. Это что за капкан? Это капкан из этого? Из обителя зла? Жир зверька, блин. Жир зверька? Кошмар. Птицу лови. Понятно. Оказывается, игра жестокая. Малость. Голубое перо. Подожди, а можно их это ловить, когда они вот набегают только? Бля, не успел. Чтобы капкан не тратить, типа они набегают, и я их ловлю именно вот это. Думаешь? Я думаю, нет. С очком сейчас поймаю, вот сейчас сядет. Оп. Нет. Ладно, хер с тобой. А можно снять капкан, если ты поставил? Да. Какой-то очень жесткий капкан. Давай поставим, посмотрим. Тебе нужна еще собачья шерсть и сверкающий камень. А, сверкающий камень, наверное, там, где она сказала про уголь. Хватит. Жесть. Так делать. А голубое перо, кстати, есть. Да, я заметила. Вот как надо было голубое перо добыть. Окей. Я догадалась, что голубая птичка, голубое перо. Гриб забвения. Каштан. Зеленая трава. Ну тут прям утаешь и утаешь. Заутаешься просто. Зеленая. Ладно, понятно. Какой-то жир зверька. Еще, кстати, собрали. Подожди, лопатка мне нужна какая-то. А что делать-то надо? Подожди ему. Или мне помощь ему больше моя не нужна? Да, видимо, нет. Руби. Ладно, хер с тобой. Руби. Так, подожди, а вон там так. Руби Роуз. Здесь вот. Ты куда? Нихера тебе столько каштанов. Подожди. А
А что ты там по карте увидела? Что-то не поняла. Да тут видишь, проход такой есть, круговой. Ну давай пойдем направо вот от нее. Мы еще не ходили направо от нее. Так. Это кто такой? Это мужик из этой... из Бель, как его звали? Да-да-да, это... как его? Говори за него. Килмен. Вечером, мэм, мы за горшками, боюсь, уже выключили печь, так что придется подождать. Нет, я не за горшками, просто любуюсь собачкой. Ты показываешь на шавку, охраняющую двор. Можно ее погладить? Можете рискнуть, если не дорожите пальцами. Она сегодня кусачая, к тому же ей не шибко нравится, когда люди подходят к печам. Животные меня любят, уверены, я смогу найти способ, как ее успокоить. А, ну у тебя гриб есть, который в сон клонит. Усыпляющее мясо? А, ну вот. Ну у меня кусок мяса есть, но не усыпляю, подожди. Смотри, у тебя гриб есть. А, у меня есть ремуар. Да. Так, усыпляющее мясо, чтобы его сделать, нужно... Что это? Усыпляющее зелье. Угу. Это зелье усыпит любого, кто его выпьет, но на вкус ужасно, поэтому смешайте его с чем-нибудь вкусненьким. Нужен два гриба, каштан. И сосуд с водой. А где сосуд с водой написано? Может, дома он тебе должен быть? Мне кажется, сосуды у нее должны быть. Ладно, пойдем. Ладно, по пути найдем где-нибудь. Так, давай пойдем сюда. Так, вон там был дровосек. Пойдем по нижней тропе. О, я вижу этот, как он называется? Угу. Колодец. Наверное, там водой можно наполнить. У нее не ноги, у нее... Куриные лапы. Куриные лапки? Видимо, она та самая курица, которая писала вот эти вот руны. Ё-моё, блин. Сколько фей! Кошмар. Лепесток. Что ты делал? Отстань, Тинкербелл! Она ищет Питера Пэна! Все. Все феи пойман. Еще и крылья. Это лепестки. Это что такое? Олень. Красивый. Красивая, красивая статуя оленя, да. Ну ладно, что-то я собрал, но я не знаю для чего и зачем. Как бы какую-то ерунду я собираю вот. От лепестка есть какой-то аромат, обостряющий чувство. Mm-hmm. Можно использовать для приготовления блюд, но некоторые находят запах отталкивающим. Тепленькая порция мяса животного. Порция, блин. Ладно. Так, это что такое? Колодец. Ты что такой синий? Ну, типичный рыбак. Ой, божечки, я даже и не знаю. Ты похлопываешь паренька по плечу, он чуть не падает в колодец головой вперед. А, да что с тобой такое? Я же мог свалиться. Тогда, может, не стоит свешиваться с края, как какой-то недоаист. Да и что такого интересного в этом колодце? Ну, мой дедуля говорил, что у людей часто падает в колодец что-то ценное. Оно лежит на дне и живет. И ждет, когда кто-то его выкопает. Я себе даже совок взял. На веревке нет, а внизу очень темно и мокро. Как подумаю о снующих во тьме упырях, так мурашками покрываюсь. А когда-нибудь думал, что упыри покрываются мурашками? Представляй, как ты тут снуешь при свете дня. Вообще-то нет, не думал. И не уверен, что мне стало легче от этой мысли. Может, охота за сокровищами вообще не для меня? По-моему, нет. Вот возьми мой совок, сомневаюсь, что он мне пригодится. Теперь ты сама можешь спуститься на дно и посмотреть на упырей. О, ну давай. Ну давай. Этот старый колодец глубокий и темный. Ты можешь спуститься вниз, но веревка давно прогнила. Ну, используй камушок, у меня же есть. Ты бросаешь конец крепкой самодельной веревки во тьму. Она должна выдержать тебя без особых проблем. Окей. Подожди, пойдем вначале выкопаем там. А где надо было выкопать? А, все, вспомнила, у этого. Угу. Копай! О! Это что такое? Тлеющий уголек! Это что? Дух сажи. Незаметный простому обывателю, но с бушующей памятью стоит именно он. А, это ты что ли? Поджигаешь? Ну-ка иди сюда. А это же... это вот эти вот штучки у этого. Хаяо Миядзаки. Да, это... Чернушки. Призраками эти. Хили эти. Мило. Вот кто поджигает тут все. Так, ну давай спустимся в колодец. Сверкающий камень. Ну, видимо, сверкающий камень в колодце.
блин. Нифига себе, блин. Это что такое? Источник наполнен чисто проход. А, пустой сосуд нужен. Угу. Что такое? Монетка. Глину не собрать без лопаточки. Так интересно, лягушки нет, у нас только лягушачья слизь. О, камень. Камень. Хорошо. Ну тут деньги есть еще так. Куда их тратить? Да, деньги какие-то я собираю. Что-то собираю, собираю. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Камушки какие-то. Подкапываю тут все. Лопатка. Опачки, блестящий камень. Прелесть какая. Опачки, это что такое? Так, подожди, там клевая лягушка была. Так, а еще вода, да? Пресноводный источник, да. О, горшочек. Заперто. Ну ладно. Ну, река потом течет не будет, чтобы раскрыть. Ты пойман, ты забран, блестящий камень найден. Еще блестящий камень. Да, там чьи-то глаза вижу. Что такое? Что-то шевелится внутри, но торопится. Но не торопится показывать. Оно не торопится показывать. Уютное место для существа, которое хочет, чтобы его не донимали. Логично. Ну, не будем донимать тогда. Раз он хочет, чтобы его не донимали. Что теперь сделать? Ну, мы блестящий камень нашли, наша основная цель здесь выполнена. Ну да, но опять же здесь вода, похоже, есть. Да, но мне сосуды нужны. Ну вот, где-то надо их найти. А, может у меня появилось что-то, может как-то сделать можно? О! А! Обожженный глиняный горшочек для жидкости, мне нужен... Логично. Уголек и глина. Ну, глина я внизу наковырял, угольки у меня есть. Два штука. А, ну вот. Подожди, ну все, теперь наполним. И ты сможешь сделать зелье и обстричь собаку. Господи боже. Так, с водой, с водой. Дальше уходим в гримуар. Делаем вот эту хероту. Два сделаем, пусть будет два. И делаем усыпляющее место одно. Так, ну вроде бы... Ой, подожди, тут все опять что ли заста... Ну слушай, тут тогда можно фармить только это, только в путь. Ё-моё, да тут опять все за это. Стой! Быстро тут все за это. А ты думаешь, тебе столько много надо всего будет? Ну, это симулятор фарма, так что, наверное, надо. Более так-то быстро тратится, на самом деле, все, смотри. Возможно. Я вот уже сделал усыпляющее зелье и потратил пипец сколько. Понятно, окей. Хер поспоришь с тобой. Но нам нужна собачья шерсть, и мы сможем что-то там дальше пройти. Собачью шерсть добывать. До сих пор не понимаю, нахера. А, мы, чтобы поджечь там все. Это что такое? Там что-то нужно сделать. И получается, у нас там потом еще куча каких-то локаций откроется, если судить по какому-то вот там миру, в который мы пришли, чтобы прийти сюда. Это что такое? Где? Так, смотрим. Наверху слева. Так, вот там вот что? А. А там ничего. Там ничего. Окей. Тут заперто. Тут пока да. Жесть, конечно, тут. Ладно, пойдемте. Видимо, она последняя, это собачью шерсть. Пойдемте, добудем ее уже. Швырнуть! Швырнуть! Быстро его вообще свалило. Вот конечно. И все, я подстриг немного собаку. Все. Слизь лягушки, голубое перо, сверкающий камень и собачья шерсть. Я все собрала. Пора возвращаться. Ну ладно. Хороший песик. Опа, горшки. Да собирай, собирай. Горшки. Там еще слева было. В дом-то нельзя зайти, да? Ой, сколько угольков. Такие глиняные домики мне напоминают домики подземных жителей в Ферхангере. А. Да там, там сундук. Опачки. Деньги и глина. А. Интересно. Воровка.
Вроде все. Ну, вроде, да, все. Как она свистяще спит. Уже нашел лаком. Да, да, да. Ты как будто ничего не видишь. Гастон, я вспомнила. Гастон. Он похож на Гастона. Да, вообще очень сильно. Это типа, знаешь, Гастон, которому отказали. В конце концов, он не умер. Это вот такая у него жизнь. Возвращаемся домой. Тут есть внизу? О, опять все выросло. Ё-моё. Как это просто вечный фарм. Как просто. Как будто у тебя растут эти все. Так это же хорошо. И эти опять выросли. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Так, и чё? Сюда надо. А, может, с козлом надо? А, нет, зажги. Чаша ждет подношения. Голубое перо. Перо силы придавливается к чаше, будто магнитом. Оно ярко вспыхивает, когда его окутывают холодным пламенем. Допустим. Так. Чаша ждет подношения. Давайте собачью шерсть. Собачья шерсть падает в чашу по одному волоску. Она собирается в зловонный комок, а затем вспыхивает в холодном зеленом пламени. Ну ладно. Так. Слизь. Ты аккуратно перекладываешь слизь из своей сумки в чашу. Она пузырится, но после встречи с пламенем превращается в пепел без запаха. Интересно. Ну и блестящий камушек. Камень падает в чашу с характерным звуком. Его поверхность вдруг покрывается трещинами. Она раскалывается, растворяясь в холодном зеленом огне. На каменном проходе играют причудливые тени от изумрудного пламени чаш. Ты видишь, как тени подбираются к каменной поверхности и раскалывают монолитный гранит, словно буханку черствого хлеба. Камень растворяется во тьме, открывая широкую лестницу, которая уходит далеко вниз. После вас, мадам. Пойдем. О, подожди, грибочки. Святилище. Это, видимо, мое святилище, да еще. Ну, наверное, мое. Основа во дворе у меня. Наверное. Ё-моё. Офигеть. У тебя тут алтарь. Это кто? Белоснежка, ты ли это? По золоченным хрустальным гробу лежит молодая девушка. Хоть она погружена в волшебный сон, лицо ее выражает глубокую печаль. Ты вообще красавец? Стук дьявольских копыт эхом отдается по мраморным плитам. Козел подходит к тебе. Красотка, правда? Помнишь, как привела ее ко мне? Я привела ее к тебе зачем? Кто она? Не имею ни малейшего понятия. Все, что я знаю, ты принесла ее безжизненное тело ко мне на порог. А потом начала умолять спасти ее душу. Спасти от чего и почему она спит? От чего? С твоих слов, от 12 душ, которые обидели ее при жизни. От злодеев, которые обманули ее и сломили ее дух. Мы сошли на том, что она будет лежать здесь до завершения контракта. То есть до тех пор, пока ты не принесешь мне все 12 нечестивых душ. Угу. Что? Я не помню никакого контракта. Договор нерушим. Вне зависимости от того, помнишь ты о нем или нет. Удобно. Ты чувствуешь что-то тяжелое, темное в глубинах своего сердца. После этих слов козел говорит правду. Она почувствовала, что он да. Не врет. С чем мне исполнять твои приказы? Как по мне, так слишком это муторно. Да и какое мне дело до этой спящей красавицы? Принеси мне 12 душ, и я освобожу спящую деву от оков сна. Тогда наше соглашение исполнится. Да и как знать? Может, к тому времени ты и сама вспомнишь, зачем привела ее ко мне? Ну или может просто вернуться в свою уютную хибарку. И сидеть в кресле. Пока не зарастешь таким грустным густым мхом, что даже ножницы тебя не вызволят. А голова опустеет так же, как и твой гримуар. Не стоит в торопях принимать такие судьбоносные решения. Как говорится, утро вечера мудренее. Твоя голова тяжелеет, веки сами собой закрываются. Что ты со мной сделал? Я хочу спать. Все. Козел мощный. Нифига себе, такое долгое вступление, по сути, сейчас случилось. А, ну я вздреманул, чё? Ну, выходим. Немного вздремали. Это, наверное, все сон был. То есть какие-то 12 существ... Да нет, это все сон. Её, думаешь?
О, нет. Добрая утречка. Ну что, подумала? Соберешь для меня души или будешь отмокать в своем болоте? Ладно, ладно. Прекрати размахивать рогами. Я все сделаю, выбора у меня все равно нет. Потрясающе. Так уж получилось, что я чувствую первые 4 души. 2 в лесу, еще одна на севере болота, а последняя в полях на юге. А ты не можешь сказать точнее, около причудливой коряги, может, в дереве с лицом, рядом с грибной рощей? Я что, похож на компас? Иди и поищи сама. Новая глава, спящая дева. Вот и все. Да, неплохо. Ну что ж, 4... О, забери 4 души. Медведь, бык, пиявка, змей. А, тут вполне конкретно, как по мне. Не, ну он же должен был сказать, какие души, или я должен почувствовать, какие души. Я не знаю, он, короче, на грани полного похеризма балансирует, и все-таки с желанием помочь, чтобы долго здесь не задерживаться. Короче, выпендривается. Он мне сказал, что надо душу медведя, быка, пиявки и змея. Ну ладно, эти... они что-то сделали бедной девочке. Не знаю, как-то обидели, что она в литургический сон впала. Нет. Я так понимаю, что-то они сделали. Она попросила спасти ее. Она принесла ее безжизненное тело. А он ее, видимо, спас ее душу, но положил в сон, чтобы та исполнила контракт. Ну, я не знаю, что конкретно они с ней сделали. Гарантия. Ладно, будем разбираться. И кем эта девушка является, этой же девочке? Тоже непонятно. Ладно. Ну так-то интересно, конечно. Так, ну чё, идем дальше? Да вот я не знаю, вот с одной стороны да, а с другой стороны прям так красиво можно закончить серию, ну, и начать. В целом-то да. Ладно. Да, предлагаю тогда на этом пойдем завершить. Добывать души в следующий раз. Такой как раз интересно. Да, посмотрим. Чё же не сделали-то такого? Блин, классно, мне очень нравится. Но скоро мы вернемся в другой серии, поэтому спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, до скорой встречи в новых видео. Пока-пока. Пока-пока.